Что в том, что не туда? Блин, бать! Не туда, правда. Если не туда, мы начнем туда. А чтобы не туда, надо с тем собраться, все. Нет, они заходят сейчас в тупиковый грот. Да, я знаю, я запомнил. Я поэтому вас там и ждал. Пока вы... Ну, почему я возникал перед вами? Потому что я понимал, что вы вернулись. По кругу фонариком шли бы. Это грот семи бледей, да? А что это? Написано не понятно. Тогда уж не семьи, а три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Вот там сейчас плавун был, по идее. Ну все, двигаемся, все собрались. Да, все. Да, за Алексеем. Все, мы куда? Потерялись окончательно. Мы сейчас к плавуну выйдем. Опа, капает. Не выйдем, там, там другой срез. Там, ну, я думаю, что к плавуну нам не надо, нам нужно к этому, к слонику выйти. Вы десятку-то видели? Или шестнадцатую? Да. Не, мы видели там. А мы видели вот там вот к Лёше. Ну пойдем туда. Так, а где мы сейчас идем? Иван, покажи. Вот примерно. Мы повернули и пофигачили сюда. Да. Либо мы сейчас вот сюда пройдем, либо вот сюда мы пройдем. А где мы примерно находимся? А, либо тут, либо тут, все равно возвращаемся, да, обратно. Мы идем, потому что стрелка здесь, а мы идем на юг. Подождем. Ну, в смысле, правильно? Так понимаешь, дело в том, что они тут сейчас заблудятся. Если бы туда, либо сюда, по карте, могут, они могут найти вот этот настик и вылезти к слону. Вот так вот сделай. Нет, север вот так. А? Север вот так. И на них направление. А, да? А, север. Все, они туда идут, конечно, не идут. Да, они идут туда. Идем туда. Они сейчас вернутся. Вот и все. Потому что вот, смотри, вот был 15-й. Ну понятно. А мы пошли все равно вправо от 15-го. Вот это вот хер мы сейчас увидим или нет? Сейчас они вернутся. А вы вернете сейчас? Да. Да. Давай посмотрим, вот эта штука похожа? Или нет? Какая? А вот, вот это. А мы не сможем. Масштаб не тут выполнить. Не все сделают правильно. Я так понимаю, что множество колонн вот этих, это вот они. Вот они, множество колонн. Это колонны не палки, а... Да, колонны. Брусчатки. Брусчатки. Вот они, раз, два, у них там много. Ну, значит, нам нужно... Значит, мы стоим перед колонной. Я хочу вот эту штуку найти. Как... Видишь, она так отрисована. Ну, условно. По идее, она вот эта вот, вот эта штука, где-то вот тут вот. Она, по-моему, что она уже разрушилась. Если мы сейчас вот туда вот пройдем, мы найдем цифру 16 и 10. Ну, давайте пройдем. А нам не, вот туда нам... не надо, нам надо вот туда. Ну, вот они вот так туда и пошли. А они, по идее, понимаешь, они вот сюда вот зайдут. Параллельно сейчас пошли, и потом... В этот грот. Илюх, нам бы не туда. А куда? Нам бы сначала десятку найти, чтобы быть уверенными. Там, куда ты идешь, там, в принципе, ничего нету. Но там есть восьмерка. Здесь, видишь, прям огромные залы вот эти. Большой зал с колоннами. Слева от тебя колонна с цифрой 8. Тут ее нет цифр. Но очень много колонн, и все завалено, да? Да. И тропы идут. Вот прям слева, прям практически сзади от тебя, слева. А, смотри, как
красивый. Восьмерка? Нету. А что есть-то? Ну тогда вернись, пошли попробуем сейчас найти 10 и 16. Ну а если они нас ждут там? Это... Ну знаешь, вот как бы... Да, она есть, ты погоди, восьмерку надо найти. Ты как красиво пел. Нет, нет. Да, тут разлом, конечно, он там что такое? Сталактит, да, какой-то накид. Угу. Вообще сидит. Многоуровневая хрень. А, сейчас тут. Ой, я тут даже капает. Просто они ходят. И очень много получается из-за этого усталости. Ну, группа большая и... Блин, тяжеловато. Алло! Эй! Ну чё ты там? Ты вернись! Ты вернись сначала! Давай далеко не будем отсюда уходить! Я хочу найти или 10, или 8. По идее, ну вот, по идее, вот это заложенные стенки, они нарисованы. Нет, большой-большой колонный зал. Вот. Вот большой колонный зал. Мы сейчас вот тут вот. Ты как-то вот туда прошел. Прямо вот. Полузаваленные проходы. Да, вот они, полузаваленные проходы. Вот, вот стенка, вот эта стенка, похожа на стенку. Нам нужно либо 8, либо 10, либо 16. Ты 8 не нашел, пойдем сюда. Я думаю, что я тут был. И мы к восьмерке бы вышли там. Пошли туда, да, висят. Вот, как бы запоминаю. Нет, тут нужно было карты с собой взять, положить 200 короли карты. Ну, нет, фантиков не хватит. И колоды карт не хватит. Почему? Мне колода карт через 15 метров. Стоп! А там нет. Ищите цифры. Вот здесь должны быть уже цифры. Сейчас вот эти колонны со всех сторон осмотреть. Я понимаю. Я ищу какие-нибудь надписи. Мы вышли во вторую часть системы. Напротив сразу трех заваленных входов. И во, я вспомнил. Вот камушек. Длинный. Ищите любые. Вот я нашел. Что? Ага, шарик. Угу. Офигенный такой шарик. Никаких цифр. Вот, давайте сфоткаем это. А? Что ты сделал? Давай сфоткай. Да. У меня просто все руки, не держи. Да, конечно. Я фоткаю. Кейтрин, можем попросить тебя? Пока. Все, пусть надо. Вот это. Это. Так, блин. Тихо. Так, фонарик. Никуда не денемся. Так, эти фонарики.
да. Красиво. А обувь? Не стоит никогда ждать ни о чем. Нам нужно любую метку найти. Сейчас вернуться-то мы сможем туда. Там по левой части нам гулять еще столько, что там две трети народ не пойдет по левой части гулять. Понимаете? По правой там все гуляют. Там есть еще заброшенники. Да вообще почти никто не ходит. Фу. Я у меня башка взмокла. Что? Руку я без. Сейчас я попробую отдолбить. Куда ты попробуешь отдолбить-то? Ты бухло с собой взял? Да. Видишь, с кем тащит? У меня бутылка есть, вина есть. Я говорю. А с собой что не взял? Ну, прикольно то, что вот смотри, такой тупик и отвалы сделаны из камней. Мы сейчас дорогу будем обратно искать. Не знаю, как-нибудь найдем. Не, понятно, что до любой метки доходим, и все. Дальше можно более-менее. Но без карты, если мы сюда пошли. Без карты вышли бы. Из этой пещеры? Да, батарейк не хватило, если бы крайне левый не пошли. То есть там батарейк не хватило, то там. А там еще влево, от центрального входа? Да, центрального входа влево, там в три раза больше. А мы сейчас вправо идем, да? Да, влево в три раза меньше. Так, ну что, давай возвращаемся. А все фоткаешь, что ли? Не, ну шарик вообще прикольный вот этот. А это из глины скатанный просто. Ну, блин, серьезно, да, такая тропа до сюда? Прям про... Ага, спасибо. Прям такая протоптанная. Интересно, почему? Илья! Илья там лужа устроил. А, мы вот отсюда ушли. А? Мы вот отсюда ушли. Нет, мы уже прошли. Ну да, еще чуть-чуть подальше. Алло, давай за нами. I see you. Вот, мы повернули на этот поворот. Илюха ходил вот туда. Они пошли туда. Что, за ними? Не, там грабление. Все они там бросили. Там ничего интересного. Там в этом колонном зале такая же колонна. Все в песке. И там кто-то выложил. А, вот это хорошее. Два слова. Там.